Длинная получится. Значит, мы живем, мы ставим всегда цели, да, и к ним идем. Ну, понятно, вот говорят, да, важен процесс достижения, да, не сама цель, а вот этот путь сам. И когда мы идем, и все время, когда мы цель достигаем, она становится неинтересной, и мы ставим новые цели, да. Поэтому вот эти мечты, которые мы живем, они должны быть недостижимы. Вот психологическая трактовка такая. Потому что если ты ставишь, ну, вот, я хочу залезть в этот домик. Да. Ну, ты взял и залез там, понимаешь? То есть некоторые говорят, надо быть реалистами. Ни хрена не надо быть реалистами. Надо мечтать, это невозможно. Да, да. Почему вера сильна? Вот почему у сектантов вера сильна? Потому что они мечтают, мыслят, верят в то, что нету. Потому что это никогда не докажешь, да. Вот. А в домик ты всегда можешь залезть. Это... Вот эту в трубу ты вряд ли уже залезешь, да? Нет, почему залезу? Нет, ты можешь скатиться, а вот... И застрять могу, да, вот в этом повороте. Да, в повороте. Придется раскручивать все болты. А ключи у тебя в мотоцикле нет? Нету таких больших. Так что мы можем просто верить в то, что мы когда-нибудь залезем вот снизу наверх. Да. Вот. Это невыполнимо для нас, но мы верим в это. Жиробасов. Давай, три. Жирных свиней. Ну что, закрываем эту каталажку. Фестиваль. Фестиваль музыки. Закрываем фестиваль. Всем здоровья. Не болейте, не кашляйте и не пукайте. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока.